Привет, привет, друзья! Рады видеть наших дорогих болельщиков. Сегодня Локо играет против Химок. Очень важный матч, как никогда важна ваша поддержка. И в преддверии этого важного события, как всегда, для вас матч-дэй на нашей площади. Сегодня мы пригласили футболисток женской футбольной команды «Локомотив». Вы сможете сфотографироваться, взять автограф у наших девушек и поздравить их с наступающим 8 марта. Спасибо, девчонки. Вам удачи. Вы просто молодцы. Сегодня у нас особый гость. В дикторской комнате главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив» Елена Александровна Фомина. Именно она объявит стартовый состав родной команды футбольного клуба «Локомотив Москва». В воротах номер 53 Даниил, номер 2 Дмитрий. Я начала волноваться. Да нет, все отлично. Спасибо. Ну, позитивное уже есть, то, что мы забили уже 2 гола. Сегодня, может быть, нам больше повезло, и как бы реализация моментов в лучшем качестве находится. Ну, Енисей, мне кажется, команда уже пережила, забыла, поэтому будем двигаться вперед и опираться только на положительный момент. Я, во-первых, благодарен клубу «Локомотив», что он начал собирать нас ветеранов уже 2 года. И я здесь вижу людей, которые, с кем я играл много лет. Всем ветеранам я желаю успеха, здоровья. И так как через 2 дня 8 марта всех женщин, которые работают в клубе «Локомотив», с праздником хочу поздравить. Локо! Локо!